привет, ребята! Вы на канале Настя Плэй. В Роблоксе настал Новый год! Ребят, представляете? Я так долго ждала, когда уже настанет Новый год. И наконец-то у нас деревья побелели, идет снег, вот снегопад. Тут такие кучки снега, подарочки, елки. Наконец-то это событие настало. Я под Новый год себя украсила, у меня вот такой вот новогодний спин. У меня вот такой вот низ, бантик, такая вот я новогодняя вся. И мой пэт, конечно же, вот у него тут, это новый головной убор тут, сапожки на нем, в общем, он тоже у меня новогодний. И сегодня я проведу обзор на Новый год. У нас добавили новое здание, и перед тем, как его показать, я вас хочу спросить, а что вы хотите на Новый год? Напишите в комментариях. Вот я очень люблю разукрашивать картины, поэтому попрошу картину по номерам, чтобы ее разукрашивать, и вы пишите в комментариях. Ну и давайте побыстрее туда зайду. Когда мы пойдем на главную площадь, у нас тут будет возле магазинчика яиц такая елочка с подарочками и снегом. И у нас будет табличка. И тут сверху этой таблички будет поезд. И мы должны, выходит, пойти на серый мост. Когда мы идем, у нас снова эта стрелочка, она нам показывает вон туда. И когда мы приходим, то вы посмотрите, у нас новогодний поезд, смотрите. У нас тут стрелочки, подарочки, елочки, гирлянды, всякие светильники. И вот такой вот новогодний поезд. На нем тут и гирлянда, и все такое красивое. Вы только посмотрите. И у нас две двери. Мы можем в любую зайти. Либо левую, либо правую. Давайте я зайду в левую. Заходим в левую часть. И у нас Новый год! Боже мой, вы только посмотрите, ребята! Какая красота! И у нас тут такая лесенка, тут подарочки, стрелочки. Давайте-ка мы все рассмотрим. Слева у нас головной убор для пэта. Кстати, как раз я все и покупала. Здесь шапочка, я уже успела там поиграть. Вот такая вот штука, вы ее на моем этом видели. Также такая штука тоже на моем таком чубрике есть. И такие сережки, елочки. Вот. Ботиночки не из этой коллекции. Мне они просто когда-то из сундука выпали. Вот, смотрите, внешность, питомцы. Две шляпки. Вот у меня две шляпки оленя. Две таких штуки, которые у меня одна на олене. Дальше одна такая. Вот. Ультрарарная, кстати, ультраредкая. А какие шапочки? Ага, это редкая, а это необычная. Ну, и ботиночки вот у меня такие красненькие есть. И еще что там у нас было, кроме этого, ребят? Вроде больше ничего. А, я случайно надела на питомца штуку. Вот эту вот, уберем ее. Ой, да блин, она может же не одевать. И две таких сережки. Ну, я думаю, в принципе, как думаете, их оставлять или нет? Я думаю, что их что очень много на своего пэта надела. Думаю, что ему и так хорошо. В общем, вот такая вот красотень у нас. Дальше. Какой-то портал. 5 дней. Воскресенье тут написано. Тут что-то написано. Откройте 20 дверей календаря, чтобы получить специальную наживку. А, это наживка для нашей приманки. Интересная наживка. Ну окей, открою. Я, кстати, уже один открыла. Вот первый день. И знаете, что мне там выпало? Если мы полистаем, то мне выпал вот такой вот фонарик. Прикольный. Это просто фонарь для прикола. Это не какая-то там игрушка. Его нельзя никак кидать. Это просто фонарик. Вот как тут примерно, только этот можно брать, а этот нет. Дальше у нас тут можно задонатить пряники, но это нам не интересно. Дальше у нас игрушечки. У нас тут есть такой пипидастер. Я постоянно эти штуки пипидастером называю. Такая снежинка. Дальше это что, хлопушка? Я ее могу купить. Давайте я куплю хлопушку. Что это? А, это такая
Это диск, который можно кидать, и Пэт нам его принесет. Это что вообще? Ребят, это хлопушка или что? Я не разбираю, что это. Похоже на... Или это... Это упаковка. Фольга. Фольга, которую упаковывают подарки по ходу. Ну, прикольная штучка. И такая штука, на которой можно прыгать. Если вы не поняли, что это за штука, смотрите. Вот, например, это. Вот, вот так вот на ней можно прыгать. Такая штучка, но у меня на нее уже нет денег. Точнее, пряников. Дальше у нас такая коляска для Пэта. Но у меня на нее нет денег. И такая вот машина в виде шара. Я как раз на нее коплю, но как вы видите, у меня как-то на нее не выходит копить как по количеству моих пряников вообще. Ну, такая машинка прикольная, я на нее пыталась копить, у меня там даже 13 тысяч было, ну, не судьба. Такой человечек, у которого баксы можно обменять на человечка. Вот, ты даешь 350 тысяч и получаешь 70 тысяч этих штук. Ну, я не коплю деньги, у меня там только в копилке 400, но это мало. Дальше у нас что есть? Пэт. У нас такой есть дракончик, но он тоже донатный, так как прошлый, смотрите. Вот этот вот новый дракончик, а смотрите теперь, сейчас долистаю, где этот новенький, ну старый, в старом Новом Годе еще был. В общем, такой карамельный был дракон, такой карамельный. Это какой-то печенька дракон или шоколадный. А там был такой карамельный дракон. Даже белочка ее раньше не было. Прикольная такая. Такой в костюмчике. Также такие дельфины. Это что вообще? Это на каких-то дельфиней похоже, кстати. Я уже накопила на неоновую версию их сейчас. Вот. 5 таких. Они, кстати, обычные. 4 на неоновую версию. На неонового такого. И один на про запас. Смотрите, какой он в неонке. Мне просто понравился, как он переливается. Вот, таким голубеньким я потом его буду прокачивать. Сейчас я прокачиваю вот этих вот непонятных таких. У меня их уже вроде 1-2. Вот это вот я третью прокачиваю. И там 4-я и 1 про запас. Вот смотрите, как она выглядит в неоночке мило. Она просто красивая, такая фиолетовая. Я люблю фиолетовый цвет, поэтому ее прокачиваю. Она еще с Хэллоуина. В общем, что у нас дальше? Адвент-календарь. Тут у нас есть лесенки. А где второе, ребят? А, вот второе, прям сверху вот тут. Давайте мы по лесенкам будем забираться и посмотрим, что какой он. Потому что в прошлом Новом Годе у нас был олень. На 30-й ход у нас вроде был олень. Да, олень, я помню. Я его забирала. Ну, потом у меня сейчас его уже нет, потому что я затрелилась на него, в общем, там была лень. А я не смотрела, какой тут будет Пэтик, интересненько. А с высоты как бы, ну что там, видите или нет? Я там не вижу пока что, там что-то вижу пряничное. И, вау, ребят, это такая мышка. Это мышка, ребят, это такая пряничная мышка. В глазури вся, такой хвостик у нее красивый. А, это на 25-й ход, тьфу ты. Просто я думала, что это 30-й. Вы посмотрите, если мы заберемся на крышу, то у нас тут будет такой Дед Мороз. Давайте мы ему на голову заберемся. Возьму какой-то пипидустер. Вот такой вот карусельный. И ему на голову заберемся. Это самое... Вау! Ребята, я тут вижу всю эту красотень. Вау! Вы только посмотрите! Теперь падаем! Мне было весело. Давайте мы дальше пойдем. Дальше у нас тут через 5 дней, через 6 дней. В общем, тут неведомые. Еще будут всякие подарки, штучки. Интересненько. Их тут, кстати, много. А что это за лесенка? Я к ней реально не забиралась. Это типа вот сюда лесенка. Ну, скучно как-то. Там дымоход. И у нас есть новая мини-игра, которую я видел, вы видели, я пару раз наклоняла, чтобы вам сделать на нее обзор. Но сейчас нам нужно ее найти. Кстати, такой вот пряничный с прошлого Нового года пипидастер. Вот.
Давайте мы тут залетим, перелетим, чтобы я вам игру показала. Ребята, посмотрите, у меня бах, я в воздухе зависла. А, все, не зависла. У нас вот такая мини-игра. В общем, когда мы на нее телепортнемся, нам дадут кирки, и тут, видите, у нас тут мамонт и саблезубый тигр. И они во льду, и нам нужно их раскалывать. Ото льда. И скоро еще появятся новые мини-игры. Это через 19 дней, а это через 12 дней. Интересно, какие будут новые мини-игры? Ну, эти штуки, ну, понимаете, это же как бы лед, и они в таком ледяном кубу. И они будут скользить по леду всему, нам будет сложно их как-то растопить кирками, типа, ну, так вот будем бить, и там будет куски леда отпадать. Но они будут кататься по льду, и иногда просто очень будет их сложно бить, но я попытаюсь. Давайте, когда настанет мини-игра, то тогда я к вам вернусь. Кстати, ребят, вы не знали, а я поменяла домик. Смотрите, я сейчас из него выйду, и вы его рассмотрите. Выходим из домика. У меня вот такой вот домик. Красивый. У него такая фиолетовая крыша. Я ему поменяла крышу. Когда мы туда зайдем, он такой, знаете, скромненький. Там комнат мало. Ну, вот я тут подготовилась до Нового года. Тут такая лампа прикольная есть. Вот такая красная конфетка. Тут также, это из прошлого Нового года, тут снежки разбросаны, стенки вот такие вот, из кирпичей снег. Это моя комната, также тут такой леденец. Я тут немного начала разрабатывать ванну, она была другой, и вот я ее тут немножко изменила. Чего стекло серое, у меня вопросик? Давайте мы его сделаем белым, чего оно серое, вопросик? Ну, вот такое... Оно все равно какое-то серое, вот. Ну, вот такое вот беленькое. Тут перегородочка, тут тоже будет такая вот перегородочка вот тут стоять. Моя комната, тут у меня есть такой столик новогодний. Такой стульчик-конфетка. Картина с подарочком. Также такой флажок. Елочка, подарочки. Кстати, елочка была без подарочков. Я потом подарочки добавила. Их уменьшила, уменьшила. Также тут снежки валяются. Пингвин. Вот такая вот у меня комната. Кстати, тут еще такие вишенки. Такой снег и вишенки. В общем, такая вот красотень. И потайная одна комнатка. Ну, как сказать, потайная. Смотрите, тут кухня. Это, кстати, холодильник. Такая вот кухня, я пока что не знаю, что сюда добавить. Думаю, что вот тут будет где-то стол. А вот тут у меня столик. Да, тут такая, типа, есть такое помещение под лестницей. Вот тут, если вы его не заметили, вот тут эта штука. Такое помещение под лестницей. Я не знаю, зачем его добавили. Я тут храню такую штуку. Тут мои баксики. Я их сюда ложу. Я просто... Все баксики, которые зарабатываю, кладу в копилку. Вот так вот беру копилтон, добавляю туда, что, 50 баксиков. Вот. Ой, я как его... А, это было просто на ноутбуке, непривычно его тут. Я не знаю, какие нажать эти, чтобы его убрать. В общем, тут жмем 50. Вот, 50, готово. Депозит у меня забираются баксики, их тут становится больше. И так я делаю, тут баксики коплю. Я коплю 10 тысяч. Я когда-то так хотела докопить до 10 тысяч, но у меня только было 4, я их всех потратила. В общем, не выходит у меня ни на что копить. Ну, чуть-чуть коплю на 10 тысяч. Максимальное мое число это было 5 тысяч. Ну, тут 486. В общем, у нас настала игра. Мы телепортнемся, сейчас еще Петика покормлю. А то он голодненький у меня. Иди сюда, моя цукерка, цукерочка, так. Оно, к сожалению, больное, но я не могу покормить у меня, потому что нет яблок. Я потом заберу их, а пока что пусть сэндвичем питается. Красота. 10 баксиков. Ну, дорогая моя, ну не расстраивайся. Смотри, какая она у меня, кстати, красивая. Ботиночки тут, такой веночек,
красотища. Я не люблю на середине стоять, и постоянно вот так вот хожу по бокам. Не люблю тут посередине прям стоять. Вот тут где-то в боку буду стоять. И вот, вы за какую команду? Я буду за тигра, 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 тигр, тигр. Жмем. Давайте мы ее мочим, мочим, мочим. Так, мочим, мочим, мочим. Не понял, ты что еще тут брыкаешься? А ну иди сюда. Да ты надоел брыкаться. Вы посмотрите, какой он брыкается, да брыкается. Надоел. Не брыкайся, да блин, меня тут еще пингвины бьют вообще. Сложно тут получить. Я тут мало конфет получаю вообще. Мне эта игра как-то не заходит. Не люблю на них ходить. Да блин, да ты задолбал меня уже, посмотрите, у меня все разные стороны кидает. Эй! А это не по правилам, мамонт! Соба, почему за мамонтом бегаешь, за тигром бегала? Ай, ладно, без разницы, за кем я там бегала. Давайте, добивайте его, освобождайте, тигра освобождайте. 1%, 1%. Все, мы спасли, наша команда победила. Вот, пытаюсь всех сил освободить вас. Вот, все. Мы освободили тигра, мы выиграли. Хоть команда у нас и называлась Мамонт, но все равно мы выиграли. Там может команда называться либо Саблезуб, либо Мамонт. Вот, команда Мамонт, но все равно мы Саблезуба вытащили. Мой счет 0. А что мой счет 0? Я ж била его, я не помню, как его бить, ребят. Ну ладно, команда мам. Хотя бы чуть-чуть мне пряников дали. Я все-таки люблю на льду, ребят, кататься. Вот так вот идем сюда, смотрите. И у нас тут лед. Пряников тут пока что нет. Тут зато есть, вот, смотрите. Ой, а я тут плохо управляю, точно. Ну, я-то привыкла, знаете, вот так вот. Я привыкла просто на телефоне играть, но на ноутбуке как-то неудобно. Куда я? Я куда-то стартанула не туда. Пингвин! Пингвин, стой, стой, стой. Добро пожаловать обратно. Снова гонка, да. Шо обратно? Сначала и Да блин, я не умею тут играть, нифига! Да блин, пингвинцы! Да хватит тут ругаться, блин, пингвинцы! Недоспелый! Блин, а! Ребят, мне вообще неудобно это так проходить! Вы не представляете, как это неудобно! Сами, блин, попробуйте его тут пройти! Ну, хоть второе место там получу! Помогите! Да, пингвинцы долбаны! Пингвин! Отстань от меня, пингвин, отстань! Что он тут обзывается? Телефончики-то простенько, вот так вот. Да блин, а, ну издевается, уже! Не ругайся! Ругается, блин, я вообще. Мне сложно, мне сложнее всего живется. Ай, блин, я не знаю, как на этот, как на эту штуку, блин, заехать. Оно издевается. Вот ходить просто, а вот ездить нифига. Наконец-то. Ну хотя бы. Это сложно, ребята. Его сложно управлять им. У меня вроде выходит. Все, ребят, я все поняла. Как управлять им. Помогите, спасите. Ладно, хотя последняя буду. Вы не представляете, как это сложно. Сами попробуйте, блин, на моем месте тут справиться. Давай, давай, давай. Пряники нужно собрать, главное. Так, едем, 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 ребят, пробуем, пробуем. Нормально, я считаю, я отлично справляюсь. Я просто никогда на льду не ездила на ноутбуке. Вот на телефоне, да пожалуйста, вот тут. Пингвин,
Как меня этот уже пингвин задолбал, только ругаться умеет. Так, проезжаем. Нормально, 2 минуты, если так сказать. За 2 минуты только доехать. Как так можно? Я тут кольцо пропустила. Ну ладно, больно хотелось. Ну хотя бы не за 3 минуты. Пингвин долбанный. Как он задолбал, ребят. Реально, если вы тоже против этих пингвинов, то голосуйте. Я на каком месте? Я на первом? В смысле, какого? В смысле, я на первом? Последнее время. А мой личный рекорд, ребят, смотрите, просто это на телефоне. Вот мой, на телефоне мой личный последний запуск. Вот. А это личный рекорд. Реально, я за 1 минуту 8 секунд доехала. Давайте мы просто теперь попробуем за пряниками погоняться. Уже не на гонке. Так, объезжаем пингвинов. Давайте квест, или не врежусь я в пингвина, если я не раз... Ой. Стоп, давайте, я с самого начала начну. Давайте, сейчас будет квест. Если я ни разу не врежусь в пингвина, то вы подписывайтесь на мой канал и ставьте лайк. Давайте? Давайте, все, езжу. Уии, все, я от этого пингвина сдыхалась. Тут, ой. Я случайно за трассу выехала. Нет, пингвин, не-не-не-не-не. Ой, я лучше тут подожду, пока он тут, знаете, уйдет. А то мне как-то непривычно с этим пингвином. Затем, мягкотелый мне. Блин, ребят, я не смогла. Ну ладно. С самого начала начинаем. Начинаем с самого начала. Ну просто это сложно. Ладно, хотя бы 12 пряников. 12 пряников нормально, я думаю. Просто в ночи еще ничего не видно, нифига. Так, объезжаем пингвинчиков. Просто будут пряники собирать. Ненормально живется с пряниками. Мягкотелый пингвин. Вы посмотрите, какой гончик. Ой, а что это я сейчас сделала? Да блин, реально, из меня гончик, как не знаю. Как из пингвина Барелина. Хотя, может, есть пингвины балерины? В общем, не умею я на гонке ходить. Вы видели меня, чуть пингвин не сбил. Нечестно. Оп, ребят, я отлично справляюсь. Вот, нифига не отлично справляюсь. Давай, да блин, пингвин. Хватит им тут ездить, ребят, реально, пингвины мешают. Вы за то, чтобы их убрали, я да. Едем, ребят. Ага, отлично. Нормально, хоть чуть-чуть пряников и пропустил, хотя бы стараюсь, смотрите. Какой вообще шикарный поворот был. Был да всплыл. Так, пряники это самое главное. Главное все пряники забрать, а там как повезет. Давай. Кстати, прошлый Новый год тоже был такой, можно было тут за пряниками ездить. Эх, так, как я скучаю за прошлым Новым годом. Ты пингвин задолбал, сам меня врезается, еще и возмущается. Ну, наконец-то хотя бы не врезалась в этого пингвина. Ну я на телефоне еще ни раз в пингвина не врезалась. Это просто сложно. Так, отлично, смогла. А, тут нельзя, значит, заехать. Ага. Да нет, не нужны мне ваши игры, у меня тут своя игра. О, вы видели, как я любого пингвина перепрыгнула? Только мне это не поможет. Ага! Пингвин, ты долбанный, надоел. Я вообще девочек не бью. Ладно, хотя бы тут можно, я в пингвина не врежусь. Ух, все. Все, проехали. Еле как, но я с каким-то трудом собрала все пряники. Ух. Ну, в общем, ребята, на этом у меня все. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик. Желаю вам счастья, здоровья. Проведите хорошо Новый год.
Ну и всем пока-пока!